Небо. Я просто в восторге. Вроде так мрачно, но так загадочно. Ребят, как вы думаете, что здесь произошло? Это высокомерно подрались? Когда ты неудачница по жизни, поскользнулась в В день взлома. Да, когда меня взломали. Hi guys, ребята, всем привет. Всем привет, кто вообще впервые в жизни попал на мою страницу. Меня зовут Гуар. Мое имя переводится как бриллиант с армянского языка. Мне 28 лет, через месяц 29. Я не замужем, в разводе есть сын. Второе сообщение явно где-то сидел. Я визажист. Я с 12 лет крашу себя, с 15 всех вокруг, и я не представляю своей жизни без макияжа. Люблю преображать людей, делать макияж, у меня есть свой салон красоты, как-то так. Мне кажется, что моей сильной и слабой стороной одновременно является то, что я очень самостоятельная. Все беру на себя, я все делаю сама. Я никогда ни от кого ничего не жду, никакой помощи, ничего. И это и хорошо, и плохо. Да, ребят, конечно, это правда. Этот вопрос уже третий год в процессе разработки. Из-за всего, что происходит в мире, процесс немножко задерживается, но уже ближе к осени и зиме смогу вас обрадовать. Мужчина дольче габана. Когда султан уже может хватить за талию. Сказать ей вот так вот.